хто буде виїжджати сьогодні. Він може зупинитись і підійти до вас. Але прохід, проїзд треба звільнити. Найкраще, якщо ви станете. Отлично, так. Ми згодні. Хто вийде звідси, і машини, і проходять. Поспішати не потрібно. Ваш рік на поміста не впадає. Я помічник просить. Так, нет, Боря, ты ну... А что за план дать? Боря, ну ты весь, блин, понимаешь? Боря, напали на этот... Не вались на меня, что ты делаешь? Боря, ну вылечи. Да иди ты нафиг, я сижу. Ну сижу я, сижу. Отмотай чуть-чуть. Не-не, давай. Право. На подъеме. Давайте право. Право, двигайся. А там ты что такая? Еще можно что-то выскочить, если кто-то хочет задать питание, я хочу понимать, потому что часу много не пишем, мы не просим. Если питание, то кто-то готовано, мы ждали там вот прямо. Его непогано бы, мне кажется, задать. Когда ты идешь, то понесет посол свои инициативы, так что вы хотите почути? Пане посол, что вы? Чекаем. Все, ладно. Будем отсюда, если надо, мне сбоку, это там не сбоку. Туда его и ставим. Елена, и хороший ставим. Виталечка, все, внимание. Да, вы сегодня счастливы. Разбор. Будет хук, мы же посуды клима.